Оценить красоту и самобытность иркутских улочек можно будет, не выходя из дома. Сделать это удастся в рамках цикла интернет-экскурсий, которые подготовили ко дню города. Из-за пандемии коронавируса празднование 359-летия столицы Восточной Сибири пройдет в уже привычном онлайн-формате. Традиционно День города Иркутска отмечается в первую субботу июня, однако в течение грядущей недели иркутяне смогут принять участие лишь в различных онлайн-фотоконкурсах и лично поздравить любимый город с днем рождения в прямом эфире. Все желающие также получат возможность послушать концерт губернаторского симфонического оркестра и посетить виртуальную выставку книг местных летописцев и историков. Также будут доступны записи выступлений в рамках Дня города прошлых лет. Всего же в рамках онлайн-праздника запланировано 49 мероприятий, одним из которых станет интерактивный проект «Твой звездный выход». Его итоги подведут во второй половине августа, когда, собственно, пройдет уличный и привычный для всех день города.